зачем же уничтожать такую интересную вещичку? Там есть все, что успела снять девочка перед тем, как ты ее... Да ты же, что ты, сволочь! Здравствуй. Мама. Явился? Не понял, ты о чем вообще говоришь? Что здесь произошло? Ты думаешь, мне нравится целыми днями сидеть в конторе? Помогать гламурным бабам отжимать состояние их мужей? Отец запрещал мне отвечать на твои письма. Прости меня. Это ты? События понеслись вскачь. Негодяй! Преступник подхватил портфель и помчался прочь. Кондратьев по выходным нередко навещал родителей и сестру. Поесть домашнего и выпросить трешку. Впрочем, долги он никогда не отдавал. Знакомство с подругой сестры Галей рассуждал как законченный негодяй. Милиция подоспела в тот момент, задушил сестру. Каждый новый шаг по скользкой криминальной дорожке приносил... Жанне привет. Розыгрыш супер. Передай ей, что затея удалась. Это никогда не кончится. Все проходит. Дайте угадаю. Я что, попал в рабство? Или как? Да мне уже стыдно перед всеми своими друзьями. Они знают, что Семен отпускает погулять на пару часиков. Да еще и не разрешает ему много пить, потому что Диана не выносит, когда от него перегар. Да еще и не может уснуть без своего драгоценного супруга. Подкаблучником называют.